Всем здорово, мои кровожадные друзья, с вами Спекери, и мы продолжаем ночной ужас в игре Dead by Daylight. Давно мы не играли за охотницу, давно мы не наказывали наших выживших, и сегодня будем вместе с охотницей бросать топорики и, конечно же, истреблять всех, кого увидим. Устраивайтесь поудобнее, и наша охота начинается. Погнали! Раз, два, три, четыре, пять, мы идем тебя искать. И сегодня, друзья, у нас будет сегодня охотница. Будем бросать топорики и наказывать всех выживших. Карта просто обалденная, приятные воспоминания. Сразу вспоминаю, и начинается наша охота. Ну что, погнали, напеваем красивую песенку. И сегодня будем бросать топорики и истреблять всех, кого увидим. Всех, кого сегодня встретим, конечно же. Погнали и поехали. Я вижу первую жертву, и как раз уже первая жертва прямо... О, готово. Есть мясо, есть уже первая кровь. И куда ты заныкалась? Пошли сюда. Вот моя красотка. Вот мой чувак, а не красотка. И сейчас будем бросать топорики, потому что я обожаю это дело. Я обожаю охотницу и бросание топориков. У меня это очень хорошо получается, довольно неплохо. И сейчас я вам, друзья, это покажу. Оп, оп. Обалдеть. Обчуметь. Первый бросок и уже на земле. Ну что, бросаем на крючок. Первый генератор тоже завели. Тоже, ребятам, большой палец вверх. Потому что ребята довольно шустрые, я скажу. Ищем остальных. Был шум вон там, был шум вон там. Нужно найти остальных. Вот в чем беда. У нас сегодня будет четверо. У нас сегодня будет, конечно, полно вестиуха, потому что будет много дичи. Много мяса будет, конечно же. Ищем остальных. Ребятишки, куда вы заныкались? Давайте появляйтесь. Ваш чувак уже на крючке, и можно просто смотреть. Это пытались завести. Но это дело, конечно, мы повредим. Они пытаются стопудово завести другие генераторы. Пока что их чувак висит на крючке. Он просто выигрывает время. Вот, друзья, что вам скажу. Он висит, я никого не вижу, я не буду далеко уходить, но я пытаться буду находить остальных. Потому что их слишком много на этой карте. У нас на свалке, свалка довольно приятное воспоминание. Было, конечно, веселые ходки. Есть, конечно, вы смотрели. Так, у нас тихо здесь. У нас тут тихо, и пытается, и сразу спустили, и починили, и спустили, и уже убегает, друзья. Я вижу чувака в красной футболке, и куда-то он заныкался прямо вот сюда. Чёртов зла. Ну как же так получилось-то? Иди ко мне, охотница сейчас тебя будет истреблять. Как это получилось? Я не знаю, как получилось, но это точно получится прям в спину. Это больно, чувак. Два генератора осталось, обалдеть. Они довольно шустрые ребята, конечно. Пойдем снова на крючок и пойдем-ка вот снова вернемся на тот самый крючок. У меня осталось два топорика, и нужно это дело пополнить. Так, наверное, пойду пополню топорики. Ты повеси, чувак, и я пойду найду того самого Билла, который тебя спустил. Потому что он нарвался на неприятности. Мне нужен ящик и, конечно же... О, есть следы, кстати. Были следы буквально здесь и, наверное, побежали в ту сторону. Спускай чувака. Да-да-да-да-да-да-да. Оп. Не тут-то было. Чувак на земле сразу же. Вот это найс. Ну что уже, берем, наверное, второго уже и повели тоже его на крючок, потому что так надо. Пойдем со мной. Пойдем со мной на крючок, у меня есть еще один, по идее, топорик, и, конечно, нужно им воспользоваться. По уму и по здорову. Давай на крючок. Кстати, чувака спустили. Шустрые ребята, чинят быстро генераторы, топорик кончается, и, конечно, фигово. Ну, кстати, осталось чувака еще раз подвесить, и он уже не будет не желез. А мне нужны топорики, без топориков охотница не охотится. Мне нужны топорики. Где топорики находятся? Хорошо, пускай чувак висит. Мы будем искать другие генераторы, будем искать других ребятишек. А мне нужны топорики найти. Хорошо, вернемся тому, наверное, крючком. Чувака, наверное, пытается спустить. Нет, не пытается. Видимо, ты никак не очень... О, вижу, вижу, в красной футболке. В красной футболочке чувак пробежал, тот самый, которого можно уже гасить, по идее. Ну, давай же на крючочек, мой хороший. Сейчас пойдешь на крючок, и как раз ты уже сегодня будешь мертвый. Оба шел сюда, я пошел сюда. Ух, мой хороший, иди ко мне. Иди ко мне, жертва твоя уже... Моя жертва, иди сюда. Готово, на земле и можно посадить на крючок. Кстати, чувака спустили. Шустрые ребята, быстро чинят, быстро спускает. Пойдем-ка на тот голубенький, наверное, крючок. Он как-то выделяется. Пойдем на него, посадим тебя. Уже отправим тебя прямиком в ад. Так, давай прямиком в ад. Осталось три чувака и осталось, конечно же, два генератора. Мне нужно найти топорики. Мне всего лишь один топорик и нужно еще мне...
парочку, то стопудово взять. Так, тут не пытались починить, пробежимся по генераторам быстренько, но точно где-то пытается вон там починить, потому что там я буквально не ходил ни разу. Как раз вон в той стороне. Так, иди ко мне. Налево, направо. Промахнулся. Не тут-то было, он с аптечкой. Чувак с аптечкой, я тебя вижу. Так, побежали за тобой. Я побежал за тобой, не буду бросать топорик, потому что, видимо, это дело безнадежно. Я вижу тебя. И будем бросать сейчас топорик. Обожаю это дело, друзья. Вы не представляете. Да черт, я думал траекторию просчитал. У меня ж по физике 4 было. Обалдеть, иди ко мне. Эти коробки я терпеть не могу. А зачем ты сюда пошел? Я не понимаю. Тут, по идее, у нас тупик, так что я даже не знаю, чувак, зачем ты сюда пошел? Я уму непостижимо. Пойдем на крючок. Это твоя ошибка, и пойдешь на крючок. О, топорики вижу. Есть топорики, сейчас будет веселуха, потому что топорики у меня закончились. Обожаю охотницу, друзья, и топорики я тоже обожаю. Как бросать? Берем топорики. Остался последний генератор, и, друзья, буквально чуток осталось. Чувак, кстати, отправился уже прямиком в небеса. Побежали искать, осталось 2 выживших, и остался 1 генератор. Ух, потеха начинается. Чувствую, будет потеха, потому что осталось буквально чуток, и двери откроются. В преисподнюю. Кстати, починили именно вот этот генератор, и пойдем искать. Сколько, кстати, осталось? Кажется, у нас 3. Да, 3 генератора. Я вижу, есть следы. Есть следы буквально тут. Вот, где-то вот тут заныкался, что ли. Да, с аптечкой. Эх, моя хорошая. Не повезло тебе. Сегодня тебе не повезло, я чувствую. Ну, буквально чуток, на миллиметр. Хорошо, отбежим. Обежим вокруг земли и вернемся мы к тебе. Нет, я тебя заметил, но, конечно, было поздно. Хорошо, меня одна отвлекает, а другой пытается починить генераторы. Как происходит в этой игре? Черт, я заболтался и я ее потерял. Ладно, вернемся к тому генератору, пробежимся быстро по генераторам. Кстати, карта сегодня довольно хорошая, довольно светлая и все чудесно видно даже издалека. Повредим этот и вернемся к другим генераторам. Мы упустили красотку с аптечкой, но вернемся к другому чуваку. Или у нас тоже будет красотка? Так, бежали в эту сторону, стопудово там пытается починить, потому что он слишком далеко. О, да. Где генератор? А где чувак? Никого не вижу. Да, пытались починить, я не вижу следов, значит, пытались давно починить. Хорошо, побежали дальше, и буквально находится рядышком генератор, и как раз мы сегодня поймаем еще одну жертву, потому что так нужно. Такая судьба у вас, ребятишки. Тут не пытались починить. Вернемся сюда. Нет, даже не вернули сюда. Короче, побежали к тому генератору и будем искать. Слишком часто бегать тоже не нужно. Ребята где-нибудь заныкались и просто наблюдают за мной со стороны. Потому что я тоже люблю играть за выживших и тоже бываю наблюдая. Но тут у нас никого нету, заберем топорики, ку-ку. Топорики возьмем и побежали к дальнему генератору. Нужно будет внимательно просмотреть каждый угол и найти нашу черную шоколадку. И есть еще четвертый, только я еще походу ни разу его не видел. Но обязательно увижу. Такие манеры, ну, кстати, можно это дело повредить. Чтоб ребята не бегали вокруг здесь. Ну давай, появись. Осталось 3 генератора и последний нужно завести. Найс, мне это нравится. Раскладка просто изумительная, особенно расположение генераторов. Они очень близко находятся. Так, обежим вокруг, наверное, вот так. Ну куда заныкались, ребята? Они боятся, они трусы. Черт возьми, я уж думаю, реально был шум. Нет, шума нету, и не пытались даже починить. Да черт возьми, ребята, появитесь, где ему заныкались, стопудово тут, а ку-ку, тут нас никого нету. Сейчас найдем вас, сейчас найдем тебя, моя хорошая, и посадим на крючок, мы посадим тебя и в угол. Ну, ребята, посмелее, ну реально нужно посмелее, я уже бежал 3 раза и никого я не вижу, черт возьми. Хорошо, побежали в другую сторону, я не знаю даже куда бежать и где их искать. Так, одна у нас шоколадка в зеленом. Хорошая маскировка для этой карты, я вам скажу. А вот четвертый довольно хитер. Может, горки на меня смотрят? Стопудово где-то меня наблюдает. У нас тут есть ящики, которые даже и не открывали. Ребятишки, куда вы заныкались? Вся в зеленом,
Я тебя даже и не знаю, и не вижу. А песню напевает довольно громко, и, конечно же... Я вижу, я, кажется, Био вижу. Я заметил кого-то. Био. Я тебя ни разу не видел. Я хочу тебя потрогать сегодня. Иди ко мне. Иди ко мне на крючок, я иду за тобой. И сейчас будем бросать топорики. Я чувствую, будет потеха. Первый топорик, конечно, был промах. Он повернул сюда. Да. Ну, буквально тут уж был. И я вижу следы. Много следов. Был шум какой-то неподалеку. Био, ты сбежал, походу, от меня. Ну как же так? Как же так? Буквально был передо мной, и я его упустил. Да черт возьми. Довольно сложно, конечно, было его увидеть, потому что он тоже в зеленом и тоже такой бородатый. Побежать к тому генератору я уже давно там не был. Нужно его, это дело, проверить. Но я потом вернусь к Биву точно. Нет, не пытались починить, мы найдем красотку, они пытаются, видимо... Я смогу забрать еще одного, и потом уже четвертый сможет убежать через люк. Тихо, слишком тихо. Нужно будет притаиться и прислушаться. И присмотреться, куда они заныкались. Да, конечно, жалко, что я Био не взял. Но мы все-таки это дело... О, вот есть ящик. Куда, ребята, вы заныкались? Где ж вас искать-то? В углу заныкались? В самый угол карты? Нет, конечно же. Берем топорики. Тут, по идее, у нас есть топорики. Ку-ку, Био не спрятался. Заберем один топорик и пойдем искать дальше Био и нашу шоколадную красотку. Нужно все-таки их найти. Найти, конечно, истребить. Да, охотница, конечно, обалденный охотник, потому что бросает топорики. И не нужно бегать за выжившими. Они любят бегать особенно по этим ящикам. И я просто... Ну-ка, мне интуиция подсказывает, что тут кто-то есть. Нет, тут у нас никого нету. Интуиция меня сегодня маленько подводит. Ребятишки, куда вы реально заныкались? Отсиживаются и пытаются, даже не знаю, просто отсидеться. Ребята, повеселее, маленько понаглее и посмелее, потому что нужно чинить, нужно убегать с этой карты. Они очень хитрые и коварные и очень... Ну хорошо, побежать в другую уже часть карты. Нет, показалось. Показалось, там никого у нас нету. И охотница пытается найти следующего выжившего. Уже которую минуту. Чертов двое, ребята. Вы заныкались куда-то, я вас найти не могу. И пробежимся, наверное, вот тут. Возможно, где-то тут они и бегают. Хотя, смысл им тут бегать. Был шум, как раз бежим туда. Есть первый уже. Но это, конечно, не возле генератора. Это, походу, был возле ящиков. О, как активно. Смотри-ка, просто вызывает меня на дуэль. Ну хорошо, я подхожу сюда. И давай-ка же мы разберемся. Секунду, был шум. Во, был шум. Дух. Все-таки я чувствовал, что где-то в ящике сидит чувак. Либо чувиха. Ну что, мы поймали тебя? Ох ты да, как же долго тебя искал, Бил. Тебе, походу, повезет больше, ты сможешь убирать через крючок. Ну как же долго ты отсиживалась там? Черт возьми. Вот, секундочку. Дело повредим и будем искать Био. Био остался последний. Конечно, снимать он не будет, потому что он маленько трусливый. Он не появлялся, он не чинил генератор вроде бы. А вроде бы и чинил в начале ходки. И он вроде бы чинил активно. Но сейчас активность его пропала. Случайно получилось бросить топорик и будем искать Био. Если я его увижу, то я его возьму. Да. Не, смотри, спускай все-таки. Да. О, Био на земле. Био, что ли, на земле? Секундочку, Био на земле. Это красотка, что с тобой? Эх. Двое на земле, друзья, и истекает кровью. Что может быть прекраснее? Да ничего ужаснее не бывает. Для них, конечно же, для меня это просто обалдеть. Био, ты пойдешь на крючок, а вот шоколадную я красотку оставлю на закусочку. Обалдеть. Конечно, смелый, конечно, ему большой респект. Он все-таки пошел уже в одиночку спасать шоколадную красотку. Ну, не тут-то было. Пойдем на крючок, посадим и тебя. Да не сопротивляйся уже, реально уже все. Все, мы поймали четверых сегодня. Ребята дружные, ребята активно чинили генераторы. Но мы все-таки поймали, потому что сегодня играли за охотницу. О, она еще и вырвалась. Ты посмотри, какая дерзкая оказалась. Мне нравятся такие дерзкие самочки. Но не тут-то было. Мы играем за охотницу.
И наша жертва на земле, друзья. Очередной раз, в который раз уже берем тебя, можно, в принципе, и оставить истекать кровью, но нет. Но нет, мы просто ее быстренько уничтожим. А где у нас ближайший крючок? Вот, буквально за углом. Моя хорошая, долго ты не будешь страдать, ты не будешь мучиться, потому что твоя смерть близка. И, друзья, спасибо, кто болел, кто смотрел до конца. Увидимся в других роликах. Продолжайте бояться вместе со спикером и увидимся. До новых встреч. Всем пока.